Прогнозы дожди и грозы. Во вторник белорусам не обойтись без зонтов. Небо затянут облака. Ветер ожидается переменных направлений 5-10 метров в секунду. По северо-западу порывы до 14. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем будет от плюс 9 до 19 выше нуля. Первая половина недели еще порадует горожан теплой погодой. Со среды столбик термометра неумолимо будет шагать вниз. Ближе к выходным ожидаются ночные заморозки до минус 1. Дневной максимум застынет на отметке плюс 10. Тем временем юго-восток Азии поплыл из-за проливных дождей. Наводнения в Таиланде, Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. В ближайшие дни ситуация не улучшится. К региону приближается тропический шторм Линфа. Скорость ветра может достигать 100 км в час. Неутешительный прогноз сделали местные специалисты. Более 1,5 миллиона человек могут оказаться во власти стихии. Противоположная ситуация на другом континенте. В отдельных частях США зафиксирована самая сильная засуха за последние 7 лет. Аномальные условия в Нью-Йорке, Пенсильвании, Орегоне, Айдахо. К концу 2020-го жара достигнет и Калифорнии, в то время как в северо-восточных и северо-западных частях страны ситуация должна улучшиться. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 18, ночью температура не поднимется выше 14 градусов тепла. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.